Всем привет, друзья! Снял карбюратор с газона, с ГАЗ-66. Ну, никак он у меня не хочет работать. Сейчас приступаю к его разборке и прочистке. Сейчас мы его быстренько раскидаем. И потом также быстренько соберем. А в общем, что у меня с ним случилось? Он работает только на подсосе, на закрытой воздушной заслонке. То есть заслонка закрыта, закрываешь, работает. Открываешь, ну как нормально он должен работать, все. Перестает полностью работать, совсем. Ну вот сейчас я его разберу, посмотрю жиклерчики, все каналы продую и посмотрю. Мне кажется, бензина не хватает. Не знаю, у кого было такое, если напишите в комментариях. Работает на закрытой воздушной заслонке. На открытой в нормальном положении не работает совсем. Вот. Снимаю верхнюю крышку. Оп. Вот так вот аккуратненько поплавочек. По плавке бензина нет. Значит, плавок герметичный. Все нормально. Клапанок у нас ходит. Ну, пока визуально здесь все нормально. Смотрим дальше. Аккуратно снимаем прокладочку. Аккуратненько, чтобы не порвать. Так, кладем. Смотрим дальше, смотрим дальше. Видно, уже разбирали его не раз, судя по винтам. Но я и этот карбюратор разбираю первый раз. Так. Мы все сюда кладем. Так. Общий план работы у меня таков. Ускорительный насос я трогать не буду. Посмотрю воздушные жиклеры, бензиновые жиклеры. Продую каналы, все основные. И на этом, наверное, весь ремонт буду завершать. Кстати, друзья, жиклеры, жиклеры. Смотрите, если кто-то, если видно, здесь. Сейчас вот эту отвертку возьму. Вот мусор в отверстие. И вот мусор в отверстие. То есть забиты. Сейчас на солнце. Вот если видно, смотрите. Вот она и причина. Я думаю, почему у меня бензина не хватает. Без воздуха работает. Воздух открываю, бензина не хватает. Вот она причина. Сейчас вот эти вот отверну вот на 14,2.
болта и буду выкручивать вот эти вот жиклерчики, прочищу. Сейчас мы это быстро устраним, а то я тут думаю сейчас возиться, потом заработает, не заработает. Может, ремкомплект какой покупать. Тут на ускорительный насос. А тут, оказывается, все гораздо проще. Сейчас мы это быстренько выкрутим. Но заодно и все и продуем. То есть, причину-то мы нашли, но продуть весь карбюратор нужно. Ну, то есть, я имею в виду все каналы. И все жиклерчики прочистить. Жиклеры чистим не жесткой проволочкой. Выкрутил. Сейчас выкручиваем. Ага, эта отвертка у меня не лезет. Сейчас другую возьму. Вот, нашел подходящую отверточку. Сейчас мы ее выкрутим. Выкрутим, выкрутим все быстренько. Раз. И готово. Есть один. Ну, также быстренько выкручиваем. И второй. Опа. Есть такое дело. Вот они, родные. Смотрим на них внимательно. Оба забиты напрочь. Это я еще отверткой тут снес. Тут вот эта волосня какая-то была. Вот, оба забиты. Сейчас чищу и закручиваю. Кстати, камера поплавковая. В ней какой-то песок. Не пойми, что. Сейчас тоже все это уберу. И дальше все продую. И буду собирать. Ну вот, совсем другое дело. Все. Кучу грязи оттуда я вытащил. Прям такой мягенькой, тоненькой проволочкой. Мягкой проволокой нужно чистить жиклеры. Не жесткой, чтобы не нарушить калибровочные отверстия. Вот. Все. Это готово. Сейчас продуваю каналы и собираю. Можно было бы и даже и не разбирать, а просто вот эти вот открутить. Два болта выкрутить, вот эти два жиклера. Это самое быстрое, что можно сделать вот в случае, если у вас случилась неполадочка. Самое быстрое, без разбора карбюратора целиком. Ну, только верхнюю крышку снять, конечно, придется. Вот. Вот эти два жиклера выкрутить, сразу посмотреть на них, в первую очередь обратить внимание. Потому что из камеры, из поплавковой камеры, бензин в карбюратор именно через них поступает. Вот они первые встречают на своем пути весь мусор. Все, сейчас продую, собираю. Ускорительный насос на вид нормальный, так-то резиночка целая. То есть я его даже не буду ни трогать, ничего с ним делать. Как он был, так и поставлю обратно. Так, что? Приступил я к сборке. Все в обратном порядке. Пока положу. Все, собираем и будем испытывать. Как он у нас будет работать. Если снова не будет
Снова будем разбирать. Более плотно будем разбирать полностью. Это такая грубая разборка, а это будет точная разборка. Так. В общем, друзья, начал было собирать карбюратор. И только в последний момент заметил. Вот здесь отсутствует клапан. Вот он, где должен стоять. Вот этот клапанок. Его нету совсем. Видно, кто-то когда-то разбирал и не поставил. Забыл поставить. Я разобрал старый карбюратор свой. Вот этот клапанок. Вот он стоит. Вот. Он нужен для того, что когда вы нажимаете полный газ, у вас машина в нагрузе, рычагом ускорителя нажимается вот этот, его видно здесь, не знаю, видно, нет, вот она, вот этот вот клапаночек, вот она, пипочка, так назовем ее. Вот, и карбюратор добавляет вам бензина, чтобы вы, когда автомобиль в напряге, в нагрузе, на полных газах, мог легче, там, ну, допустим, преодолеть какой-то трудный участок. Вот он для этого нужен, этот клапанок. Вот здесь его нет. Это меня, конечно, удивило. Чуть было не собрал карбюратор без него. Хотя, в принципе, работал и без него, но соберу. Но старый мой карбюратор удивил меня не меньше. На нем я когда-то ездил. Здесь вообще ускорительного насоса нет. Вот, его вообще нету. То есть, а я на нем ездил раньше. Я тогда старый газон купил. И как купил, так и ездил. То есть, а он тут, его вообще нету. Понимаете? Да. Чудеса. Ну, сейчас буду, выкручу вот этот клапанок. Вот этот вот. И вкручу вот сюда. Где он должен быть. Так что со сборкой пока я поторопился. Ну вот, друзья, все у нас собрано. Все четко работает. Клапаночек нажимается. Вкрутил я его. Так, прокладочку поставил. Так, тут все я продул. Везде продул. Все, собираю. Устанавливаем все на место. Опа. Собираем, закручиваем. Ну и в том же духе дальше. Ну что ж. Все готово, можно идти, нести, ставить заветный амулет на наш легендарный аппарат. Ну что, друзья, все устанавливаем. Ух ты, погодка какая, ветрище. Устанавливаем карбюраторик на место. Все на месте. Ну все, сейчас все буду прикручивать, подсоединять тяги. Все такое.
А завтра буду уже с утра запускать. Сейчас уже вечер. Завтра буду запускать газон. Пробовать. Ну все. Всем удачи, всем пока. Сейчас завершу все. Всем здоровья. Не болейте. Увидимся. До встречи. Не пропадайте.